Аварийные выходные. Накануне в Ангарске на дорогах было неспокойно. На пересечении улиц Коминтерна и Крупская около 18 часов водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автобусом. В его салоне, по словам очевидцев, было много пассажиров. После приезда сотрудников ДПС выяснилось, что содержание алкоголя у водителя иномарки составило почти 1 промилле. Автомобиль отправлен на штрафстоянку. Его владельца ждет лишение прав, внушительный штраф и ремонт автобуса. На светофоре пьяный водитель вылетел на встречку и прямо под меня. Я применял искреннее торможение. Все, вызвал спасающую службу. И еще одно ДТП с участием пьяного водителя в Ангарске, на этот раз на улице Желябова. Автомобиль Mitsubishi Delica на высокой скорости выбросила с трассы на обочину. В результате машина перевернулась. Двоих пассажиров также в состоянии алкогольного опьянения отвезли в больницу. Водителю оказана первая помощь на месте. Как выяснилось позже, мужчина скрывался от преследования экипажа ДПС. Незадолго до аварии он не остановился по требованию инспектора.